8 марта, местное время, час 26, я в Екатеринбурге, еду в Москву. Вот это все, перроны Екатеринбургского вокзала. Едем вон туда, на запад. Это наш паровоз. Вот такое у меня 8 марта, блядь. Мой вагон. Новокузнецк, Москва. Вокзал Екатеринбурга, вид. Вон там прям Екатеринбург горит. А здесь тоже? Вид, так сказать, фасада. А здесь нет, он там горит, он вон он. Екатеринбург. Ага. Темно, видно плохо. Вот так вот. Больше часа в Екатеринбурге стоим уже. Ну, непостижимо. Глубокий паровоз подруливает. С Казахстана приехал. Все, поехали нахуй. Час 20 стояли, охуеть. Екатеринбург, блядь. Горы, горы, горы. Проезжаем какие-то горы. Ни хрена не видно.
Время 3 часа 40 минут, 8 марта 2012 года. Восьмое число, полдень. Мама. Проезжаем какую-то маленькую станцию. Огрызок или еще что-то. Да, с праздничком тебя, Таня. А это нету, связи не было. Сейчас Саша мне позвонил, меня сказали. Никто не выходил, в Омске никто не выходил, ничего. А вот огрыз или огрыз, кто его знает, какая-то хрень какая-то. Опять меня сманываешь на лапшу? Еще делать опять легла. Ой, хоть здесь это так отдыхает. Не надо роботом бегать по часам. Может, плохо без тебя скучаешь. Видишь, как хорошо отдыхает без меня. Чехлы пришли на машину, купили мы чехлы с Кемерово, они не подходят. У нас впереди как маечками. А как все по-другому. Оказывается, в Пермь мы не заедем. Мы едем через Башкирию. Сколько снега, ужас. Иди кошелек, собирай. Да. Голова. Проставишь. Два уха, да? Потом нас потаскали в этот кошелек. Конечно. С какой собаки? Из сибирской лайки. Тут я вот после отъезда вообще на вокзале тоже стою, подает бабушке беляши. Я это не раз, она дает 30 рублей, а там беляши вот такие.
Я говорю, 30 рублей, говорю, такие большие беляши. Я говорю, либо, наверное, мясо нет, либо совсем невкусно. Нет. Просто ты, говорит, с куриным мясом. Сразу честно говорю, мол, с куриным. Ну, все, раз. Я взял два штуки, я наелся, и вкусно. Попадался. Еще одна деревенька в горах. Это никогда не закончится. Поселок Мозжга проезжаем, Башкирия. Башкортостан, если точно. Да нет, это уже Ханты-Мансийский автономный округ. Там же еще Ямало-Ненецкий округ есть. Ханты-Мансийский, потом Тюменская область. Это разные вещи. Половина.
половиной часов, можно еще полностью обед посмотреть. Минут стоять будем, а пупей. В Мозге. Стыдом, с лесом и без мяса. Что, опять не видишь? Ой, какая хорошая. Лето, значит, будет. Не то, что весна, лето вот еще до подъезжания его. Пригород. Сутки еще считаем. Я обратно путь разделил. Я как знал, что тяжело будет ехать так. До Екатеринбурга, наверное, полтора суток, наверное, будет. Получается полтора до потом сутки нормально так-то проще ездить. Лёг, поспал, проснулся, поел, сидел чем пару часов, опять лёг поспать, что ты ехал. О, какой вокзал шикарный тут, Мозьга. 80-е годы. Да нет, пораньше. Мозга написали. Родителей нет, поэтому Мозга. Потом был Мозга суд, видимо, какая-то предприятие. Потом дальше Мозга лес. А потом просто на стенах надписи. В Мозге мяса нет. Вот такой наш паровоз, вот такой вот он Мозьга. Мозьга, блядь. Мозьга. Республика Татарстан. Вот такой у нас локомотив. Красноуфимская РЖД. Горьковская железная дорога. Чумовой паровоз. Самый современный, наверное, в России. Чтоб сказал, глаза быстро положили. А учиться у кого я научился? У папы с мамой. Папа, мама не научат, школа научит, короче.
где-то там, чтобы взрослые не слышали. Станция Саркус проезжает. Какие-то ебеня заехали. Простой татарский лес. Шпионю. Шпионю, потом пошлет куда-то, да? До Казани 3 часа езды. Станция Кизнер. Едем дальше. Thank you.
Татарские ебеня. Едем по мосту, какую-то речку проезжаем. Речку-говнотечку. Thank you.
Станция Вятские поляны. Шамартан. На YouTube положу. Так живут люди в России, да? Связь какая? Билайн. К этому Билайну тоже сегодня будем смотреть. Сейчас здесь совсем гонка соберется. У кого телефоны стоят на зарядке? У того они зарядились. Да, надо уже другим, они вон жалуются, тоже хотят зарядить. Вытаскивайте, а то я вытащу и ложу. Люди, телефоны забирайте. Я же человек, могу забирать. А что случилось? Распродажа? Все пошло, Китай. Что
Будем по ночам. Вам вот это надо? 8961. Нет, это не годится. Тут в Южной Украине есть, много слава. Я же не вон тезка, ну вообще бы не знаю. Я гречку люблю вообще. Могу вот такой кастрюлю на раз. Да, один. Какой? Вообще. Какую кастрюлю? Вот такую, хоть вот такую. Гречку люблю. Рис это китайцы. Плов, но тоже вкусно. Не в кастрюле, никак. Казан, это казан. Там дыры. У нас тоже казан. Все в нем вкусно. Конечно. Что готовишь? Всю картошку тоже вкусно, что плов. Родители когда жили еще вместе, папа, мама его научил. Мама сейчас не хуже папы готовить. Вещать. Добро пожаловать в регион Казань. Благодарим за выбор смарт. Это что еще такое? Я что-то не понял. Такое бывало у тебя, да? Это типа свет, что ли, тебе включилось? У меня телефон отключен. Недоступен телефон. Ну, связи на нем? Нету. Может, там это связь? Мне... Так, сейчас я наберу. Так, 8961. 729-08-07. Недоступен? У вас связь нет? А у тебя есть, у меня нет. У меня Теле2.
Народное хозяйство Татарстана. Ankara. Шмыриться не надо. И что-то еще куда слово. Лада. Чего? Припев такой песни. Что за песня? Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Саморасщепление урана. Распад? Mm-hmm. Распад. Амбар с овощи из диканьки. Да? Бар. Какие дома хорошие? Сидюко поет-певец. С Минска. Джосмума. 8-8-8-8. Еще один татарский колхоз проезжает. Лока не парика. Вроде бы Казан с Юмен сидят. Ага. Технику. Вот здесь красиво. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Что ты говорила? Ты мне не верил. Автобус тебе красиво. Подъезжаем к Казани. Казан. Интереснее смотреть. Вот трепещет каждый лепестком. Баклажан под соусом. Ой, баклажан под соусом. Скандинавский парк. Какая-то музыка. Да? И
какие-то авто? Машины продают. Казан же тоже там почти миллион, да? Миллионер. Вообще с плюс поеду. Позвонил. У меня все последние деньги с телефонов. Рублей 50 сейчас улетели. За 2 минуты. 5 включили нас. По крайней мере, все успели сказать. Ну, в Москве живет как? В Туле, по-моему, живет. Полтора часа. Все. Вот так вот. Он в Москве жил, потом у него друг, они вместе в Узбекистане на шахте работали. Крымские пряницы поешь. Он вами прислал. Не люблю пряницы. Ну, приторные, а сладкие какие-то. Мне вот зачем он нравится? Так они же со сгущенкой не нравится. Они там что-то на химия, что ли, что-то такое пишут. Может, тает во рту. Ну, это, да, ну, плитер, не знаю, не знаю. Такие зайцы были дорогие, еще там есть. Я здесь какую-то штуку возьму. Ну, что там уже стараются. Все, мы в Казани. Вот это расписание такое. Расписание нашего движения. Хоккейный клуб «Динамо» в Казани. Все, отчаливаем мы из Казани в сторону Москвы. Ой-ой, все лапы обожгла. Thank you.
девочки нельзя не поговорить? Чинчан мёд. Название станция Волга. Вот, видимо, и река Волга. Только что Свияжск проехали. Станция небольшая. Записываешь и говоришься. Угу. Чтоб помнить, что проезжали. Забыла машину. Урмары станция.
станция Канаш. Чуваши. Станция Шумерля. Чуваши. Видео Нижегородской области, наверное, уже не буду делать, потому что и так уже темно. На этом закончим. Станция Арзамаса.